Только раз в году, в сезон белых ночей, над Невой взметнутся алые паруса. Акционерный банк «Россия» и «Пятый канал» представляют. Главное событие лета. Праздник выпускников «Алые паруса». В прямом эфире по всей России. 20 июня. 23 часа. Грандиозная концертная программа с участием звезд российской эстрады на Дворцовой площади и Стрелке Васильевского острова. И захватывающее водно-пиротехническое шоу на Неве. Самая романтическая ночь года. 20 июня в 23 часа. «Алые паруса». В прямом эфире. Только на Пятом. Россия – страна возможностей. Дорогие гости жениха и невесты, пожалуйста, пройдите. Пожалуйста, проходите. Здравствуйте. Лиза, нам надо поговорить. Давай после церемонии, у нас еще будет полно времени. Пойдем. Нет. Лиз, надо поговорить сейчас. Ну, давай. Я сегодня гулял по городу, зашел в церковь. Ну, я обычно редко в церковь хожу, но сегодня захотелось. Я подошел к батюшке и спросил его, а могу ли я? Лиза, имею ли я право брать тебя в законы жены, если я знаю, что ты меня не любишь? Не принимаю ли я тем самым на себя обязательства, которые не смогу исполнить? И сделать себя счастливой. И что, батюшка? Батюшка сказал, что пути Господни неисповедимы, и что я сам должен принять решение. Лиза, я долго думал, решил отказаться. Я решила отказаться от свадьбы. Свадьбы не будет. Ты свободна. Нас зовут, пойдем быстрее. Нас зовут, давай, все, хватит капризничать. Ну что за дела? Брат, иди. Я сказал, нас зовут. Я сказал, иди. Просто хочешь таким образом мне отомстить, да? То есть? Ну, я 2 месяца так мучила тебя. Я не была с тобой ласковой. Я мало обращала на тебя внимания. Я все время говорила о чужове. Я все понимаю. Но... Лиза, как ты можешь такое говорить? Я так люблю тебя. Мне такое даже в голову не может прийти. Но ты подумай о наших детях. Они же все чувствуют, они поймут. Это будет ущербная семья, Лиза. Ребята, в общем, тетка говорит, если вы через полминуты не придете, она отменит церемонию. Церемонии не будет. Ярослав передумал.
Спасибо тебе. Это очень по-мужски с твоей стороны. Лиза, Лиза, жаль, ты меня не понимаешь. Иди догоняй. Ну, начнем, пожалуй. Пригласите жениха и невесту. Здрасте. Пожалуйста, пригласите жениха и невесту. Что-то произошло? Как же так? Лизка, погоди! Лизка, ты кое-что забыла. Что? Выйди замуж! Очень смешно. Лизка, я не к этому, я к другому. Слушай, пожалей меня, а? Пожалей хоть сегодня. Вызывали? Привет. Здрасте. Опять прекрасно выглядишь. Спасибо. Слушай, я замотался и забыл нашим молодоженам купить цветы. А тут надо еще кое-чем заняться. Может быть, ты сходишь? Да, конечно. Точно? Угу. Тебе ведь не трудно? Нет, нет, нет. Тогда вот на все не скупись. Угу. Хорошо? Ничего не экономим. Подожди. Ты Катю не видела? Насколько я поняла, они с Юлей Воскалец готовят стол в кафе. Ну и замечательно, пускай готовят. Ну, я пойду. А, подожди. А у меня к тебе такое предложение. Давай мы после вот этих торжеств куда-нибудь пойдем. Нет, я ничего такого. Я на теннисный корт. Ты в теннис играешь? А вы играете? Я играю. Хотя нет, в теннис мы сегодня, наверное, не успеем уже. Так, значит, мы сегодня идем в ресторан, если, конечно, свободный вечер. Я свободна, но, Борис Максимович, вы забыли, что у вас есть Катя, которой я не нравлюсь. Значит так, я ничего не забыл. Понимаешь? Главное, что мне нравишься ты. А с Катей я как-нибудь решу сам проблему. Все, беги. Я не знаю, что произошло, но ваш брат подлец. И не смейте спорить со мной. Ольга Николаевна, вы так не нервничайте. Я уверен, все образуется. Что образуется? И передайте ему, чтобы не попадал мне на глаза. Понятно? Дела. Кому ты звонишь? Ярославу. Ну? Трубку не берет. Ребята, а вы случайно не со свадьбы приходите-ка? Ну, можно и так сказать. Да как день и есть, 20 минут уже стою, меня скоро лимузинщики побьют. Извините, вышла маленькая неувязочка. Опять неувязка? Какая неувязка? То внук какой-то меня отправляет в какую-то больницу, на другой конец города, теперь неувязка какая-то. Спокойно, спокойно. Оль, хочешь покататься? А можно? Я думаю, да, Ярик уже деньги заплатил, ему их никто возвращать не собирается. Покатайте нас, пожалуйста, немножко по городу. Может, покатай. Побудем женихом и невестой. Жених и невеста. Спасибо. Ну что, Воскалец, я солю или как? С ума сошла, что ли? Запомни, всегда нужно солить в конце. Потому что соль, она же такая, она забирает все соки из овощей. Потом они уже невкусные. Это касается рагу, жареных... Хорошо, Скалец, я поняла, расслабься. Креветок касается. Ух, какая у вас тут красота, да? Все готово?
Кать, мне надо с тобой поговорить. А ты не видишь, что я занята? Это касается твоей мамы. Ну что там по поводу моей мамы? Что такое? Что это у вас? Вот, Борис Максимович, вот, значит, вам фломастер. Угу. На этом сердце все напишут пожелания молодым. А потом мы же его им и подарим. Отлично, пошли. Идем. Прыгай. Хорошо придумали, да? Да, ну так что? Я серьезно подумал о нашем утреннем разговоре, в общем. И не только подумал, но и решил позвонить твоей маме. И даже не только решил, но и позвонил. И что она сказала? Мама! А ничего не сказала. Сказала, что она занята, сейчас разговаривать не может, там то, все как-то. В общем, просила перезвонить. Ну, в общем, дело в том, что я думал-подумал и решил не перезванивать. Почему? А потому что все равно ничего не получится. Ты мне поверь, правда не получится? Если мы вдруг будем вместе, если такое предположить, то это будет один сплошной непрекращающийся конфликт. Да, честно говоря, я думаю, она сама не согласится на это. Мы слишком разные. Ну, с чего ты взял? Ну, как с чего? Ты сама-то что, не видишь? Я не герой романа твоей мамы. Кать, ты Гурама это увидела? Вот. Ну, этот оказался мошенником. Ну, ничего, будет другой. Какой-нибудь Джафар, директор рынка. Правильно? Ну, или какой-нибудь там Вадим, директор бензоколонки. Ну, что-нибудь в этом роде. Но, поверь мне, никак не директор школы. Это точно, Катя. Ну, может быть, ты и прав. Я наверняка прав, дочка. Поэтому послушай меня внимательно. Если вдруг так случится, и я буду не один, ну, а что ты на меня смотришь? Мне же не 90 лет, правильно? В общем, ты подумай хорошенько и не принимай скоропалительных решений, ладно? Это ты про Березкину, да, сейчас? В том числе и про Березкину. Я поднимаю этот искрящийся бокал из молодых. Хочу, чтобы у них всегда было хорошее здоровье и чтобы у них было много детишек, а болезни и несчастья обходили их за километр и никогда не возвращались. Ну, хватит. Почему хватит? Я этот тост готовил. Что ему, пропадать тебе? Кстати, следующий тост для свидетельницы. Да ну. Давай, расскажи все, что думаешь. Хорошо. Я поднимаю этот бокал за всех замечательных людей, которые собрались здесь на свадьбе. Я знаю их всего год, но мне кажется, что я знаю их всю жизнь, и они стали моей семьей. Которую ты теперь успешно покидаешь. Ну ладно, не будем о грустном. А теперь надо целоваться. Это еще зачем? Ну как это зачем? Если у свидетеля со свидетельницей все будет хорошо, значит, у молодых все будет хорошо. У них уже все плохо. Ну, надо надеяться на лучшее. Нет, Слава, нет. Дальше куда едем? А куда все влюбленные едут? К медному всаднику. Какой медный всадник? Мы поедем к школе, нас все заждались. А я хочу покататься. Мало ли, что ты хочешь.
Знаешь, Лиз, вот я тысячи раз говорила, что твой Чижов – это катастрофа. Что хуже него ничего не может быть по определению, без определения. Но сегодня я изменила свое мнение. Лиз, ты меня пожалеть не хочешь? Мать свою не хочешь пожалеть? М? Я уже не в том возрасте, чтобы такое вот переносить. Я там готова была со стыда провалиться в этом дурацком ЗАГСе. Мама, что ты хочешь? Я хочу, чтобы ты поняла, что со мной так поступать нельзя. Лиз, я же мать твоя. Ты вот была маленькая и спала у меня вот здесь. Потому что в кроватке не могла заснуть. А я не спала. Сутками не спала. Телями. Лиз, ну нельзя так со мной. Мама, не надо мне тут рассказывать душещипательные истории про маленьких. Все были маленькими, все. Ты меня растила не для того, чтобы я служанкой тебе была, чтобы угождать во всем. Мам, я взрослый человек, в конце концов. Ну какой ты взрослый? Ну какой? Разве взрослые люди так поступают? Что ты с этим Ярославом устроила? Ты что ты знаешь, в конце концов? А иди, мам, пожалуйста, оставь меня одну, иди там чаю попей, не знаю, что-нибудь сделай. А... Извини, элементарно извини, ты не хочешь сказать? Извини, мама, пожалуйста. Иди давай чай уже пей, а? Пожалуйста. Ух ты, красота какая. Денег хватило? А, не я платила за цветы, поэтому держите обратно. Как это? Я... Ну, так бывает. Встречаются хорошие люди в мире. А я с Катей поговорил. Да? Да. Интересно. Все в порядке? Да, хорошо. Ну, я пойду, хорошо, там у меня дела. Так, ну, правее, вешай. Правее. Вешай на центр, туда. Куда вешать? Вот сюда, вот, посмотри, свободно. Кирилл, домой. Ну снова не так. Я же говорила тебе, по очереди нужно вешать. Синий-красный, синий-красный. Какой синий-красный? Шестерезка, по-моему, нормально и так. Может, молчишь уже, а? Командует она. Попробуй сама сюда залезь и повешай. Ах так? Тогда вешайте сами. Если будет некрасиво, я не виновата. Здравствуйте, девушка. Здравствуйте. Скажите, а в этой школе секретарем работает Лена? Красивая такая девушка. Ну, есть такая. Спасибо. А там охрана вас не пустит. Вы лучше ей позвоните. Так, может, отдадите ее рабочий телефон? Хочу сделать ей сюрприз. Ну, да. Какой ты шустрый. Уже номер телефона достал. Ну и что ты хочешь мне сказать? Да ты что, мы с тобой расстались 20 лет назад. Вечером? Ну, я даже не знаю. Ну, понимаешь, дело в том, что меня директор на свидание пригласил.
Ну да, это такая популярная. Ну что? Ну что? Ну что? Ну хорошо, ладно, я постараюсь что-нибудь ему соврать. Давай тогда ты мне дашь свой номер телефона, а я тебе потом перезвоню. Так, ребят, два раза отрывисто, один раз раскатисто. Давай. Ура! 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 Ребята, приветствуйте, приветствуйте молодых! Не понял. Свадьбы не было. Я желаю всем удачи. 11 класс. Жду вас завтра на консультации. И все же, ребята, я предлагаю отметить. Что отметить? Отъезд Ольги Александровны в Париж. Итак, все за мной в школьное кафе. Ну вот. Зря старалась. Ну, хорошо. Я побежала, просто у нас же тут свадьба в школе. Да, я твой номер записала. Ну, все, я тебе перезвоню. Ну, как там, Лизка красивая? Все хорошо? А, я не видел Лизку. Она не приехала. Ярослав тоже не приехал, что-то у них там случилось. В общем, похоже, свадьбы не будет. Вячеслав сказал, но я не понял, что там. Ничего себе. Борис Максимович! Да? Борис Максимович, мне тут мама только что позвонила. Нужно в квартире помочь ей убраться, а мы же с вами в ресторан собирались. Да не стоит. Ерунда все. Ой, кто явился, не запылился. Мой брат, и он же счастливый жених в одном флаконе. Ты где был? И почему к трубке не подходил? Ярослав, я с тобой разговаривал. Не хотелось. Не хотелось. На, звони. Кому? Кому? Лизе. Извинись. Ярослав. Нет, я ей все сказал, все объяснил. Я думаю, что она не поняла твоих объяснений. А уж мама ее точно. Звони. Парарарам-пам. Ту-ду-ду-ду-дум. Тум-тум. Ту-дум. Пам-пам. Парарам. Алло. Лиза, это Ярик. Поверь мне, пройдет время и... Ты поймешь, что я поступил правильно. Иди ты лесом, Ярика, подальше. Скажи, опять задачка не решается, как теорема наша жизнь, и не всегда мечты сбываются, мечты сбываются, и в мокрых пятнах.